Хочу вам показать одну маленькую вещь. Вот это вот то, что вы видите, автобус на заднем плане. Вот сегодня у нас 3 декабря. Вот сегодня первый день, когда дети, эта программа называется «Скиют», они приехали сюда вот на этом автобусе. Но это первая ласточка за этот сезон. Вот вы все видите, что дети вот идут сюда, их ведет инструктор, там вторая группа детей, третья группа детей около автобуса. Вот таких детей у нас примерно каждый день будет человек 150. Вот, потому что программа эта развивается, развивается, развивается. И все курорты, и особенно дети, счастливы. Я несколько позже, может быть, разовью эту тезис, потому что я одно время работал в этой программе. Но она называется «Скиюта» и работает по всему штату, абсолютно на всех горнолыжных курортах. Вот видите, инструктора идут, за ними дети идут. Это как для сноубордистов, так и для лыжников. Никакой разницы не имеется. Вот. И вот на таких вот больших автобусах детей привозят, и дети здесь находятся вот сегодня с 10 часов утра до 3 часов дня эта программа будет работать. Детям обеспечен ужин, и все это, и полдник, я извиняюсь за ужин, не ужин, а, конечно, ланч. Вот. Но тем не менее, это все работает очень замечательно, и штат берет на себя полную ответственность за то, чтобы все с детьми было хорошо. Детей разбросали по уровням, насколько они в прошлом году катались, как они в этом году катаются. Вот это, видите, одна группа, вот это вот другая группа. Вот инструктора готовятся для того, чтобы эти группы принять. Вот, и вон там он находится еще третья группа, поэтому мы все разбрасываем. Вот, еще там несколько людей, которые около автобуса, но мы тоже возьмем обязанности на себя, чтобы у них все и правильно было, и хорошо в течение всего сезона. Вот это менеджер, вот дети идут к нему, сейчас будет распределение и все такое прочее. В общем, так, как это должно быть. Вот дети уже более-менее разбросаны по группам, вот, и занятия уже начинаются в зависимости от технической подготовленности детей. Вот вы видите, две группы детей находятся вот здесь, которые уже начинают заниматься. Они проверяют у детей, как они, у них вопрос стоит с равновесием. Вот вторая группа детей, которые тоже уже, как вы видите, 3 инструктора там работают, проверяют детей снаряжение и все такое прочее. Вот все, что необходимо для того, чтобы дети были счастливы. А это самое главное, потому что «Скиюта» следит за тем, чтобы дети были привлечены в лыжи, потому что лыжи – это большая-большая статья дохода для всего штата. 11 крупнейших курортов страны, и абсолютно на всех курортах здесь проводится, вот здесь работает вот эта программа. Обычно, как я уже сказал, в этой программе только на нашем не сильно большом курорте примерно 150 человек в день. И вот сегодня первый день. Так, я решил сделать еще несколько видео, еще несколько малюсеньких отрезков. Дети уже научились это самое одевать лыжи. Вот, их теперь учат, как подниматься лесенкой. Вот одна группа, вторая группа, третья группа. Вот все, что я здесь показываю, вы, что снимаю, вы можете видеть. Вот, как вы видите, дети уже на середине холма. Я хочу сказать, что это самый начинающий для никогда в жизни не стоящих на лыжах. Но я хочу сказать, что у нас здесь в Солитюде, наверное, самая лучшая площадка для обучения самых, которые никогда в жизни не видели, как я уже говорил, не только лыж, но и снега. А при совершенно фантастическом ютском снеге это становится очень и очень легко. Вот теперь я могу видеть, что все практически дети, которые более-менее уже начали осваивать лыжи, они уже здесь, на самом легком склоне. И инструктора их всемерно поддерживают и учат буквально каждого индивидуально, ставя лыжи как надо, показывают, где должны быть руки, ноги и так далее.